Речь, сын, говна, если ты тут, только попробуй, я хлопну твой канал сразу, чучело, понял? Я это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Итак, пасыки, сейчас я покажу доработки, которые были внесены в Кентавра, да. Сейчас буду показывать, только, пожалуйста, без кибербуллета, да. Без кибератаки и прочей такой ерунды, да. То есть сейчас я покажу матаблок. Тот проект, который действительно стоит внимания каждого из вас и каждого уважающего себя мужчины, да. То есть я сейчас это не буду показывать всяким лохам, там, квартирникам, пацанам, которые живут в квартире. То есть, да, это для мужчин будет именно показано. То есть для настоящих самцов, воинов. Вот, ну, то есть сильных пацанов, таких, которые быки накачанные. Вот эти квартиры сразу нахуй, сразу попрошу выйти отсюда и извиниться за то, что заходили, да. Так, ну я такой, знаешь, видеолупину сделал, снял на мобильное устройство, потому что, ну, я не знаю, как там с телефона перекидывать видео в компьютер. То есть я просто взял ВКонтакт себе, скинул и показываю сейчас. Ну, чуть-чуть качество хуже будет, да. Вот, смотря. Так, значит, смотря. Сейчас я буду показывать, да, вот те доработки, которые, да, были сюда внесены, да, то есть, ну, да. Смотря, сейчас по мелочи так, да, расскажу, потому что тут если рассказывать обо всем, то есть тут хуй поймете, короче, сложно, да, здесь техника серьезная, здесь, ну, не каждый поймет, значит, смотря. Да. Сделал, значит, подставку для КПП, то есть, смотря, все работает, да, коробка сюда. Переключает. Вопросы вот, будут. Ставь КПП, вот, также приварил кардан, чтобы он уже не отпадал, прокрутил, приварил, вот. Да. Газ, ну, педаль газа сделал, чтобы, ну, от набратка была пружину, значит, сцепление, тормоз, все работает. Значит, все. Два сиденья, испытания пройдены. Вопросы успешно. Есть? Провода вывел на аккумулятор, потому что я его заводил с этого. Понял, быстрый старт. Чего это, сука, пидорил, бля. Понял, да? Значит, все. Похоже на хуйню. Техника практически готова. Ебаническая ротика. То есть, смотря, вот, сиденья стоят, значит, смотря, вот, коробка стоит, все зафиксировано, КПП must have, то есть, ну, понял, да, все, вот тут аккумулятор будет установлен, значит, в принципе, все, скоро будет коробок сделан красивый, спортивный, как Big Bass. Вот, понял? Ну, Big Bro. То есть, ну, техника Big Bro Cantor. Ну, в принципе, вот так вот, пасеки. Сейчас долбоебы школьники, чтобы даже ничего не писали. Чмоньки, сука. Ясно, бля? Я вам сказал. Ротики сразу поприкрыли. Все. Ну, какие-то вопросы остались, пасеки. Ну шо, долбоёбина, да. Осталось только пулемет прилепите на Донбасс. Здесь КПП. Где, блядь? Кардан, обратите внимание, заварил, да ну, то есть плотненько. Деду, привет. Привет. Твоя техника могла нам помочь совершить газмятеж. Бери ружье, да, и пошли, пошел ты нахуй, я тебе сказал. А зачем ты приваривал тормоза на Кентавра? Кому? Нахуй два тормоза на одной технике. Флянец кардан сварил полностью. Не кажется тебе, что тело пинчиза к такой большой технике не подходит? На такой технике должен ездить русский мужик из деревеней, а твое личико максимум тело, начало у которого дома электросамокат. Я здесь сказать, ты могу, ты вафля. Также обратите внимание, самые внимательные уже обратили первым делом внимание на то, что стоит защита от удара карданом. То есть, вот это вот сверху обваленное. Привет, деду. Мощная концепция на экране. Строю своего кентавра по твоему примеру. Подскажи, пожалуйста, как скоро от меня из-за этого уйдет жена?
Жена, если уйдет, то так лучше, мы так на к счастью, понятно. Техника, Диса. Жена нахуй молодец. Нужна, когда ты мужчина огород нормальный. Спахать пойдет. Жена нужна. Главное, только за пределы мужчина. Участка не выезжать, а то это хуй не развалится раз, на первой кочке с таким сейчас каданом. Сейчас объясню все. Жена нужна только тем мужчинам, кто не уверен в своих силах. Полноценная защита ног привет, от удара Валер. Карданом. Интересный проект да. В целом. Спасибо, привет. Я вот долго изучал его конструкцию и не нашел ни единого намека на амортизацию. А ее нет. То есть на первой горе или яме тебя придавит двигателем. Здесь все амортизирование, то есть амортизация всего. А ничего. Что я происходит за счет красивее, резины. Чем ты со своим веником на голове. Ничего в этом такого. А? За счет резины, понял, мягкой, низкого давления резина. Размер, напомню, резины 50 на метр 20. 50 ширина, 50, да. Значит, вот тут сидел Сережа, вот здесь, да, и получается порвало вот здесь флянец, где соединяется кардан с флянцем, порвало, слезало 4 болта. И получается от движка вот это начало болтаться, то есть прикинь на оборотах. И тут нога была, вот тут где педали Сережкина. И получается на концом кардана уебало ему по ноге. То есть он 2 недели хромал, ему ну, кость там чуть-чуть треснула на ноге. Вот, после чего уже, будучи Сережа, значит, недвижимым, скажем, да, я сам уже сделал вот это вот защитное все. Вчера были проведены испытания, то есть техника уже полностью усилена, доработана по техчасти и себя проявила достойно. Ни один из узлов не подвел. За одним исключением. У нас трубка, топливная трубка, перегнулась. Дедушка, я пердел твою тарелку, снял с твоей все. Рафлинки целку, ты куколка, девчонка. Нежность я насрал в твою промежность. Я тебя не слышу. Сиденья стоят, дед, значит, сколько по деньгам кентавр вышел уже. Вот, мужская техника, конечно. Стоит, все зафиксировано. КПП must have. То есть, ну, понял, да. Все, вот тут аккумулятор будет установлен, значит, в принципе, все. Скоро будет коробок сделан красивый, спортивный, как Биг Бас. Вот, понял, ну, Биг Бро. Какие вопросы, пожалуйста? Биг Бро Кентер. Металл привет. Использовалась наконец-то только тройка. Наконец-то у деда нормальное привет. Мужское видео, а не прыгалка для школьников. Денис, ты молодец. Хорошую технику собрал. Кто не видео есть? С испытаниями делать будешь. А видео будут полноценные. Видео будет полноценное испытание. Отсутствие лонжерона. Отсутствие амортизаторов. Пацаки, это пизда. Чепух говорит, что оно будет амортизировать за счет низкого давления внутри шин. Напомню, что он на низком давлении собирается плавать. Будет полноценное видеоиспытание, то есть даже с погружениями в воду на технике преодоления брода и преодоления внедорожного покрытия, то есть грязь. Сейчас ляпнул, что типа еще не выехала, а уже ногу сломала челу, блядь. Дура, сука. Я ж тебе объясняю, ты куцый. Все это, сука, скорость была 80 км на пятой хуярил. Я тебе объясняю, сука. Первые испытания были месяц назад, после чего было много доработок сделанных, понимаешь, вот за это время. Я лично делал один эти доработки делал с помощью еще одного человека. Делал, вносил коррективы, да. Сережа ногу сломал. Очень хороший аппарат. Качественный. Надеюсь, вы эту хуйню назовете Титан и погрузитесь на 4 километра к Титанику. Скажи честно, кто из вас двоих ебланов решил собирать эту парашу? Ты или Мичурин? Касательно вот техники, да, я перешел на строительство кентавра, вот. При поддержке мамы срочные новости. Настоящий конструктор батискафа Титан. Жмышенко Валерий Альбертович. Также известен созданием нелетающего вертолета и инвалидного кресла без амортизации. Опасайтесь этого афериста. Эта техника уже проехала не 1 километр. Почему на фоне постоянный скрип? Кто там тебя дренажет? Или ты уже кресло. Из спальни Алинки стремишь теперь? Кресло скажи Ротеру, чтобы выпускал новый трек. Мы уже заждались. Ты тихо, кресло трясется. Сколько денег вложено финансово? Я не считаю деньги, когда строю проект мечты, понимаешь?
Когда я делаю что-то для души, я не считаю на это деньги. Потому что деньги не стоят ровно ничего в тот момент, когда ты делаешь свою мечту. Понимаешь? Поэтому я так скажу, потратил, если честно сказать, 225 тысяч рублей уже. Я считаю это достойное вложение в недвижимость. Недвижимость, в смысле? Блядь, сука, я что-то о другом подумал и хуйню всосал. Только попробуй эту хуйню вырезать. Тречь, сын, говна, если ты тут, только попробуй, я хлопну твой канал сразу, нахуй, чучело, понял? И также заваренный задний див в мосту. Главное, чтобы эта техника шла по вне дорогам, вброд, по воде и своим ходом заехала под пресс утилизатора в пункте приема металлолома. Господи, 225 тысяч. Лучше бы ты купил рокеру новую гитару. Значит, 225 тысяч, еще планируется вложить 1100 для полной доработки именно визуального составляющего. То есть, хорошая техника, огород вскопать пойдет. Не выезжай только ради бога на ней с участка. Люди со смеху помрут, одни с Сережей в своем ПГТ останетесь. А люди гордятся подобной техникой, потому что каждый рыбак мечтает преодолеть те дороги, которые не преодолевал. А у каждого рыбака такой техники нет, есть только Нива. А на Ниве далеко не уедешь. Поэтому каждый рыбак желает знать, где сидит сазан. Вот и думает. Не вижу ничего плохого в вашей разработке. Спасибо, Дина. Против, если кто-то, ну, возьмет мой проект себе как основу для строительства подобной техники. Я не понимаю, ты реально думаешь, что это хоть кому-нибудь интересно? Ты воруешь донаты и тратишь их на говно, не движимое имущество, вместо того, чтобы попускаться в «я насрал на твою технику». Я отходил, что-то донатил, что-то, кто-то, или мне показалось, что-то пикнуло. Вот сейчас я фотку сделал, смотря. Вот такая вот сейчас у меня рука после кентера. Да. Дедушка, вот тебе еще донатик. Позвони, пожалуйста, Кирюша 891-05-10-75. Скажи, что ты главный редактор журнала по традиционной медицине. Предложи написать статью про пользу капрофилии и уринотерапия 50к.